Ранее Алексей Кудрин заявлял, что у правительства не осталось никаких ресурсов изыскания средств для пенсионеров, кроме повышения пенсионного возраста. Сейчас Минтруд заявляет, что у них средства есть, обязательства выполняются и будут выполняться. Однако каждый говорит о своем, и в вопросе пенсий оба лукавят, уверен доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. Он поделился своим экспертным мнением с «Накануне ТВ». Я думаю, что Кудрин говорил очень абстрактно, не располагал никакими конкретными цифрами. Более того, он даже в качестве аргумента сказал, что средняя продолжительность жизни в России возрастает, и поэтому это становится дополнительным аргументом в пользу повышения пенсионного возраста. Но это не соответствует действительности, просто фальсифицирует реальную картину. На этот счет были уже публикации, поэтому Кудрин в данном случае ретранслирует информацию. Я хотел бы обратить внимание, что Кудрин обходит стороной вопросы с возможными источниками пополнения российских пенсий. Вот я просто мониторю некоторые позиции, которые он просто не затрагивает, просто они для него табуированы. Я имею в виду, он обходит стороной вопрос, скажем, возможного введения прогрессивной шкалы налогообложения. Также он обходит стороной вопрос офшоров. Обсуждать офшоры, конечно, табу и не только для Кудрина. Адепт гайдаровской школы постоянно и под любым предлогом продвигает идею повышения пенсионного возраста, вероятно, следуя советам своего наставника и пытаясь сделать общество мобильнее. Но на этот раз Министерство труда начало защищаться. Впрочем, и в его словах есть лукавство, уверен Валентин Катасонов. А что касается заявления министра труда, мне трудно сказать. Тут ведь каждый использует свою какую-то логику. Да, там, может быть, действительно у пенсионного фонда есть деньги, но, в общем-то, эти деньги, они, конечно, не совсем его, это заимствованные деньги, по моим данным. Поэтому ситуация в общероссийском пенсионном фонде, она не настолько благостна. Нам необходимо менять конструкцию нашей пенсионной системы, потому что пенсионная система построена по модели западной. Сегодня эта западная модель пенсионного обеспечения, она уже трещит по швам. Вот я слежу за ситуацией в Соединенных Штатах, там уже обанкротились несколько частных пенсионных фондов. Естественно, что долго это продолжаться не может. И, соответственно, у нас это тоже произойдет, но не сегодня, а через несколько лет. Выход из этой ситуации один. Старые, добрые и проверенные методы СССР, уверен эксперт. Соответственно, надо, наверное, возвращаться к той модели, которая была в Советском Союзе. А там, собственно, пенсии выплачивались из бюджета. Это была отдельная статья в бюджете, не было никаких фондов с этими фантиками. Мне кажется, такая модель, она имеет право на существование, потому что все эти вот финансовые инструменты, они в ближайшее время перестанут давать какую-либо доходность. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».